С одной стороны, мы говорим о снижении количества депутатов, с другой стороны, это увеличение избирательных кругов. В настоящее время избирательных кругов у нас 20, соответственно, округ очень большой. Предлагается 35 депутатов одномандатников, соответственно, это будет 35 округов, и округа в среднем, ну, мне тяжело сказать численность сейчас, это будет делать все-таки избирательная комиссия, а в среднем округ, я думаю, составит около 18 тысяч, 18-19 тысяч, в отличие от 36 и выше, там, 40 тысяч, которые есть сейчас. А планка, которая взята, 35, это минимальная, предложенная планка. Минимально. Я еще раз сказал, по численности нашего города, я имею в виду по численности избирателей, мы вправе избирать депутатов от 35 до 50. Наверное, 50 это будет перебор. И этот, естественно, возникает вопрос. Вот на данный момент у нас 39 депутатов. Да, два у нас депутата. Да, возникает же тут же вопрос. Как я понимаю, это только на следующих выборах будет снижение. Не готов сейчас сказать. Мы с юристом дискутировали по этому поводу. Что касается моего личного мнения, у нас при принятии решения будет такая, скажем так, оговорка, что данная норма действует для депутатов следующего созыва. Поэтому если эту норму Саратовская городская избирательная комиссия примет и как бы с юристами все согласуем, то у нас депутат появится. Если же мы будем действовать по тому закону, да, все-таки он для всей области распространяется, не только же на город Саратов, то тогда да, тогда до следующих выборов. И второй такой вопрос по поводу гимна города Саратова. Естественно, прорабатывались, наверное, варианты. Нет, еще не было. Честно говоря, еще никаких вариантов не было. Ну, и каким образом? Есть такое вообще предложение, что будет конкурсная основа и будет объявлен конкурс. Я думаю, положение о конкурсе будет разработано, чтобы, во-первых, ну, жители избрали. Да, все-таки этот гимн каким-то образом не только депутаты участвовали, но и более широкое обсуждение было вынесено. Поэтому сейчас тяжело сказать, есть много песен о Саратове, да? Мы их называем песни. А нормативно пока в ранг гимна не введена. Неофициально у нас же есть гимн Газманова. Ну, я сейчас говорю, неофициально. Мы называем их песни о городе, да? Официально. С сегодняшнего дня, вот на публичных слушаниях, а после принятия решений и регистрации устава, у нас появится официальная возможность утвердить гимн. Коллеги.